Берега Уводи теперь крепки, по крайней мере, в центральной части города. Завершены работы по обустройству береговых откосов, которые начались еще в 2009 году. Последний этап работ пришелся на эту осень. Берег благоустраивали от пешеходного моста по улице Калинина до Соковского моста. Крепление выполнено комбинированной габионной конструкцией. Кроме того, было принято решение положить третий ряд габионов, чтобы предотвратить сползание грунта. В начале декабря дополнительное соглашение на 2 миллиона рублей было заключено с подрядчиком. В дальнейшем, конечно же, сделать там зону отдыха для наших горожан. То есть последует и благоустройство непосредственно самой набережной, установка светильников, электросвещения, потому что на части участки набережной еще требуется соответствующее проведение работ. Поэтому планы по благоустройству города достаточно большие.